Значимость трудов мирового мыслителя Абу Насыра Аль-Фараби обсудили в Актау за круглым столом, организованного в честь 1150-летия просветителя, собрались учителя со всего региона. Изучив произведения крупнейшего представителя средневековой восточной философии, специалисты представили собственные исследовательские работы. Участники семинара отметили вклад Аль-Фараби в развитие естественных наук и музыковедения. Среди преподавателей были те, кто представил собственные стихи в дань уважения памяти великого учителя. К слову, на мероприятия по случаю юбилея ученого проходят по всему Казахстану. Я провела свой анализ трудов Аль-Фараби. Я думаю, на этом мероприятии каждый подчеркнул для себя что-то важное, ведь у великого философа более 200 трудов. Он знал около 80 языков. Его наследие имеет большую значимость для всего научного мира. Имя Аль-Фараби очень значимо для нашего народа, потому что это великий мыслитель Востока, наверное, после Аристотеля. Учителя области собрались для того, чтобы обменяться опытом. В основном здесь находятся молодые учителя области, которые несут, как говорится, сеют свои знания среди молодежи.